Нужно наши заслуги. Ой, какие будут у меня подушки пушистые! Молодцы, молодцы, ребята! Выше, выше прыгайте, нравится. Дорогие дети, уважаемые мамы, папы, дорогие бабушки и дедушки, поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Мы рады видеть вас здесь, во Дворце спорта «Надежда», на наших традиционных новогодних елках главы района. В этом году Управление культуры подготовило представление по мотивам русских народных сказок, которые учат наших детей добру, учат любить нашу страну Россию. Дорогие дети, присаживайтесь поудобней. Представление начинается. Всякая под Новый год разгуляла. Дитя! Лешия, родненькая, спокон ту веку в этом лесу ты живу. Да, ворота настежь открыты. Не выжил, но побеждает богатырь. Лягушки, спели бы хоть чего-нибудь, а? Смотрю, фольклорный элемент никак занесем. Побаловали. Не сладит тебе со мной, Петрушка. Кому Петруша? А кому и Петр Алексеевич? Молодец!